бюллетеней подсчитано уже, точнее 100% бюллетеней подсчитано уже в 3/4 участка, и за Россию, соответственно, проголосовало 95,7%, это несколько другая цифра, нежели я поговорил вам раньше, за Украину 3,2% и признанными недействительными 1,1%. Ну, на гербе Крыма начертаны слова «процветание в единстве», так вот, крымчане выбрали процветание в единстве с Россией. Вот такие вот данные. На данный момент мы едем сейчас продолжать работать с теми протоколами, которые будут поступать к нам. Более уже окончательно результат, я думаю, уже наш результат, я сумею доложить вам ориентировочно на 9 часов утра. Если нет вопросов, прошу меня отпустить. Да, пресс-конференция завершена. Провожаем нашего спикера. Спасибо. Итак, глава Республиканской комиссии Михаил Малышев подвел в очередной раз предварительные итоги голосования в Крыму. Данные изменились. 95,7% уже крымчан проголосовали за присоединение к России. Итак, в референдуме, вопреки прогнозам, активно участвовали еще и крымские татары. Представители крымско-татарской общественности провели пресс-конференцию. И вот как оценил результаты голосования профессор Таврического национального университета Айдер Маметов. Наконец-то выбор состоялся. Я надеюсь, все мы с вами сделали правильный выбор. Предварительные результаты обнадеживают. Я надеюсь, что в ближайшее время мы вернемся в то прежнее лоно, которое мы занимали до 1950.